Добрый день. Нина Васильевна Минаева – это один из самых известных э, ученых нашей кафедры современной истории России, исторического факультета Института истории и политики. Нина Васильевна родилась э, в э, 1929 году. И умерла в 2009 году, ну, прожив 80 лет, получается. Из них она почти полвека проработала в нашем вузе на историческом факультете с 60-го ну, и до момента ее кончины до 2009 года. То есть чуть-чуть до 50 лет не дотянула. Ну, научный вклад Нины Васильевны Минаевой заключается в разработке э, темы истории э, отечественной общественно-политической мысли 19 века. Ну и прежде всего, это история российского конституционализма э, конца XVIII и э, первой четверти XIX веков. Ну, скажем так, свое научное развитие Нина Васильевна начала э, после окончания МГУ, исторического факультета МГУ, в далеком 1947 году. В этом же году она поступила в аспирантуру и довольно долго занималась под руководством своего любимого преподавателя, профессора Дмитриева, как раз историей русской общественно-политической мысли, но не э, первой половины XIX века, это потом ее последующая специализация, а второй половины XIX века. Ну и ее кандидатская диссертация, которую она защитила в 1658 году, э, была посвящена э, анализу идеологии движения Петрошевцев. Э, ну и называлась «Петрошевцы. Идея утопического социализма». Постепенно, после особенно поступления на работу в, на исторический факультет нашего вуза, научные интересы ненавосильно, немножко сместились и хронологически, и тематически. Ну, видимо, ее заинтересовало эволюция взглядов Герцена, одного из главных разработчиков теории русского общинного социализма. это, естественно, перекликалось с ее кандидатской диссертацией о Петрошевцах. То есть, почему он постепенно разочаровался в западнических идеях и перешел, соответственно, к идеям западноевропейского утопического социализма. Ну и далее, эволюция научных интересов Нина Васильевна пошла еще более вглубь веков, так скажем, то есть ближе к рубежу 18-19 веков. Она заинтересовалась разработкой проблемы идейных истоков движения декабристов. Ну и особенно ее заинтересовал вопрос о том, почему Вообще возникло это движение, насколько декабристами были заимствованы идеи западноевропейского происхождения, то есть имеется в виду идеология просвещения легитимизма. И вот далее она перешла, соответственно, к той тематике, которая и принесла ей известность в научном мире. То есть имеется в виду история российского конституционализма, прежде всего, которые, те проекты, которые разрабатывались в правительственных кругах. И докторская диссертация Нина Васильевна была посвящена как раз анализу конституционных проектов. Ну, полное ее название – это «Конституционные тенденции политических проектов в России в начале XIX века». Она была защищена в 1984 году. Но основное содержание ее диссертации было опубликовано за два года до этого <coughs> в монографии, которая в общем-то, и сделал ее имя известными в научных кругах. Это правительственный конституционализм и передовое общественное мнение России в начале XIX века. А, издана она была в, Саратов, в, издательстве Саратовского университета в 1982 году. Нина Васильевна как раз, в общем-то, возродила концепцию э, так называемого приспособления, которое к этому времени была надолго забыта. Э, ну, чуть-чуть маленькое отступление. В советской историографии в то время полностью господствовала проблема, э, концепция заигрывания с либерализмом, так и условно можно назвать, э, согласно которой э, любые попытки реформ Самодержавные власти, независимо от периода, заведомо объявлялись, соответственно, фальшивыми и, по большому счету, даже не заслуживающими особого изучения. Вот. Ну, даже из названия это понятно, заигрывание с либерализмом. То есть изначально, в общем-то, все эти планы реформ были мало обречены на неудачу. Вот. Но Александр I в этой связи представлял, представлял собой, в общем-то, который просто временно рядился в тогу вот этого показного либерализма, а на самом деле был завзятым сторонником самодержавия, крепостничества и, собственно, ничего особо преобразовывать не собирался. Но ну, а Васильевна, исходя из анализа огромного количества фактического материала, большого количества источников, многие из которых были опубликованы и вообще введены в научный оборот впервые. Это и из российского государственного исторического архива, и из российского госархива древних актов, ну, тогда они назывались центральный государственный исторический архив, центральный государственный архив древних актов, ну и так далее, из рукописного отдела Ленинской библиотеки, рукописного отдела, соответственно, библиотеки Салтыкова-Щедрина. В общем, в общей сложности из семи или восьми архивных фондов были использованы материалы. Ну, впервые она ввела в научный оборот, допустим, некоторые записки Спиранского, которые позволили по-иному взглянуть, например, на подготовку его основного проекта 1809 года, введение к уложению государственных законов, и записки, соответственно, Александра Романовича Воронцова, которые вообще не были опубликованы до этого времени и как бы то ни, вообще никак не, не были обозначены в научной литературе. Ну и основное достижение, скажем так, Нины Васильевны в ее докторской диссертации и в этой монографии, еще раз повторю, заключается в комплексном анализе предпосылок и воплощения вот этих проектов на самом высшем уровне, которые до этого разрабатывались, скажем так, вопреки мнению носителей высшей политической власти здесь как раз вот рассмотрение причин, почему Александр I э, перешел именно э, к попытке проведения таких, в общем-то, довольно э, важных э, и радикальных на тот момент реформ. А, и во-вторых, соответственно, после анализа этих проектов, это и жалобный грамот российскому народу 1801 года, это и проект Спиранского 1809 года, это и проект уставной грамоты Российской империи 1818-1820 годов, э, Нина Васильевна приходит э, к общему выводу о причинах неудачи этого проекта. Этих всех проектов в комплексе причем. Ну и далее, после защиты докторской диссертации, Нина Васильевна становится профессором кафедры истории СССР, потом России, соответственно. Ну, наверное, скажем так, расцвет ее научной карьеры приходится на рубеж 80-х, 90-х годов, когда она, например, приглашается с чтением, с чтением цикла лекций в Колумбийский университет. США, соответственно, плюс к этому она неоднократно ездила читать тематические лекции, соответственно, по университетам, ну, тогда еще Советского Союза, потом России. И действительно, вот приглашение ее в США говорит как раз о том, что она пользовалась не только большим научным авторитетом в пределах Советского Союза, но и на международной арене тоже. Кроме того, Нина Васильевна именно во второй половине 80-х и в 90-е годы разработала более пяти спецкурсов, скажем так, так или иначе связанных с темой докторской диссертации. Это и история российского конституционализма в 19 веке, это история русской усадьбы, соответственно, на рубеже XVIII-XIX веков, и основные тенденции развития русской идеалистической философии, ну и так далее, и так далее. Ну, что касается э, дальнейшего э, творческого пути Нины Васильевны, то, к сожалению, э, она тяжело заболела последние 10 лет. Э, э, в общем-то, она, э, хоть и не показывала виды, но страдала онкологическим заболеванием. Э, э, ее, э, скажем так, научная э, э, плодотворность, что ли, резко сократилась, но тем не менее в последние пять лет жизни она издала три монографии. Это «Век Пушкина», «Спиранские воспоминания современников» и, соответственно, «Потаенные русские конституции» в издательстве собрания. Ну и фактически там были опубликованы те материалы, которые ей не удалось опубликовать ранее, вот в этой основной монографии 1682 года. Кроме того, она дала дань биографическому жанру. Ну и вот опять же в последние годы жизни э, были опубликованы ее очерки о э, Никите Ивановиче Панине, Адаме э, Чарторижском, допустим, Якушкине, Новосельцеве. Э, ну, в нескольких, соответственно, сборниках, э, посвященных как раз истории российского либерализма э, и в журнале «Вопросы истории». Кроме того, в 2004 году Нина Васильевна издала книгу своих, скажем так, воспоминаний, прежде всего о своей семье, о своем отце, который трагически погиб и, в принципе, стал жертвой сталинских репрессий. И вот это ее книга воспоминаний «Люди русского сопротивления» интересна тем, что там можно подчеркнуть много новой информации о скажем так, ситуации в стране во время, в первые месяцы великой отечественной войны интересно описывать события в Москве как раз во время ведения осадного положения до этого и после этого о бытах и нрав... нравах советской интеллигенции, той поры, на опять же сквозь призму молодой девушки, которая вот находилась в стадии вот своего скажем так жизненного и научного восстановления. Вот, ну что касается, э, скажем так, э, методов научных, не Васильевны, то она была сторонником э, предельно э, корректного отношения к трудам своих предшественников. Это раз, ну и во вторых, соответственно, э, требовала от своих учеников э, тщательного изучения источников и, естественно, не в разрозненном виде, а в комплексе, скажем так. Предлагаем вам познакомиться с трудами Минаевой Нины Васильевны, которые хранятся в фонде библиотеки МПГУ. Издания, доступные в электронной библиотечной системе МПГУ, сопровождаются QR-кодом для перехода к электронной версии. Работа посвящена жизни замечательного русского историка Тимофея Николаевича Грановского. Его деятельность неразрывно связана с Москвой. Лекции профессора Грановского которые он читал в Московском университете, были проникнуты горячим патриотизмом и резкой критикой феодально-крепостнического строя в России. Книга посвящена исследованию политической мысли России первых двух десятилетий XIX века, когда идеи просвещения, в частности идеи конституционализма, объективно отражая тенденции буржуазного развития, затронули не только широкие круги передового дворянства, но нашли отражение в некоторых политических проектах власти. В книге собраны воспоминания о Михаиле Михайловиче Спиранском, выдающемся реформаторе XIX века, оставившем неизгладимый след в истории русской правовой мысли и повлиявшем на ход политического развития российского государства. Приводятся воспоминания и отзывы современников, положительно оценивавших деятельность Спиранского и осознавших его историческую миссию по обновлению России, таких как Пушкин, Корф, Магнитский, Вяземский, Вигель, Трубецкой, и его недоброжелателей. Розенкамфа, Неслероде, Балашева, Растопчина и других. Описание 11 проектов ограничения самодержавия, составленных в России в 18 и 19 веке, как сторонниками, так и противниками власти, а также одного антисоветского документа 1942 года. Содержит полные тексты ряда документов и приложения на смежные темы. Книга может быть использована как учебное пособие для спецкурсов по конституционной истории России на исторических и юридических факультетах и привлечь широкий круг читателей, интересующихся отечественной историей. Статья посвящена политическим и социальным идеям Николая Платоновича Огарева, русского поэта, публициста и революционера, бывшего ближайшим другом Герцена. Учебно-методическое пособие посвящено обоснованию необходимости товарно-денежных отношений на этапе социализма и их новому содержанию при этом строе. Раскрывается механизм планомерного использования денег как показателя эффективности общественного производства. Учебно-методическое пособие посвящено практическому применению экономических законов и категории в управлении хозяйством, Поднимаются темы содержания и структуры хозяйственного механизма, особенности экономики 80-х годов и основных направлений совершенствования хозяйственного механизма в странах Совета экономической взаимопомощи. С перечнем работ Нины Васильевны Минаевой, хранящихся в библиотеке МПГУ, можно ознакомиться в электронном каталоге МПГУ. Представленные издания доступны для работы в отделах библиотеки МПГУ.